Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Акамарач, и в этом видео я вас научу рыбачить. Вы хотите отправиться на рыбалку, половить рыбку, но вы не знаете как. Для начала вам нужно накопать наживку. Все то же самое. Берем лопату, берем, нажимаем правой кнопкой мыши и нажимаем копать. И не прекращаем. То есть вот он копнул, и вот земля уже вспахана, мы начинаем копать уже вспаханную землю, вскопанную. Копаем. Вот раз земля появилась в инвентаре. Так вот, сейчас появится вот два. И вот так вот ждем, пока он не выкопает червяка. Для начала у новичков, когда очень мало, вот видите, выкопал червяка. Отлично. Вот эту землю, что вы с ним можете сделать? Вы можете подойти к дубильному тазу или вообще к любой жидкости и промыть вот эту землю, то есть нажимаем, чтобы промывать, каждый раз не нажимать, а автоматом промыть правой кнопкой мыши. Теперь зажимаем Ctrl-Shift и держим, и зажимаем прополоскать. Все, теперь можно Ctrl-Shift отпустить. А, нет, вру, нужно держать. Все, и вот он промывает, и вы получаете еще одного червячка. То есть вот великолепно все получается, но это сейчас мне повезло, обычно дольше добываются эти червяки. Теперь нам нужен водоем, благо водоем у меня рядышком, сейчас мы к нему придем. Там, где вода синего цвета, вот она, вот такого голубого, прям темно-голубого цвета, на нее заходить вы не можете, то есть это глубокое место. Вот здесь вы можете рыбачить. Становитесь вот так вот на берег, удочка, берете экипировать. Открывайте персонажа, открываете саму удочку, вот она появилась вот здесь у вас. И сюда можно Ctrl зажимаете, правой кнопкой мыши помещается червячок. Закрываете это, нажимаете на пробел, видите, она у вас отображается на пробел, и зажимаете сюда. Как здесь ловить? Видите, 77, у нас 130. Сюда нажимаете. Нам надо выровнять цифры с рыбой. Цифры удочки с цифрой рыбы. Вот эта стрелочка 5 единиц. Минус дает вот это, по-моему, 15, а вот это 25. И вот так вот мы должны намного ближе приравняться с вот этой вот цифрой, которая вот рыба. Ну, эти, понятно, в минус, эти в плюс. И вот так вот мы примерно вот кидаем циферки, пока не закончится. Вот, рыболовство увеличилось, мы с вами поймали щуку. Нифига себе, это, кстати, рыба не очень частая, поэтому нам повезло. Правда, уникальность маленькая. И потом закидываем второй раз, третий, четвертый, пятый, пока не закончится червяк. И потом надеваем другого и погнали все по новой. Все, на этом мой гайд окончен. Всем огромное спасибо. Ставьте лайки, комментируйте. Пока!